Пиротехнические изделия в последние годы в нашей стране пользуются большой популярностью. В период проведения новогодних и рождественских праздников несчастные случаи от неправильного использования пиротехнических изделий происходят все чаще. Нельзя забывать, что пиротехника – забава достаточно серьезная. Все неприятные, а подчас и несчастные случаи, которые происходят из-за пиротехнических изделий – результат неправильного и неосторожного обращения с ними, нарушения элементарных требований безопасности или использования их не по назначению. Чтобы не случилось беды, салюты, фейерверки, ракеты и другую взрывоопасную продукцию можно использовать только на улице, в местах, где нет пожароопасных объектов, стоянок машин, деревянных построек или гаражей. Идеальное место для фейерверка – большая открытая площадка, свободная от деревьев и построек. Покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах, где гарантируют продажу качественного товара, который имеет сертификат соответствия, а также подробную инструкцию на русском языке. Необходимо помнить, что в состав пиротехнических изделий входят горючие вещества и порох. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они могут легко воспламениться или даже взорваться. Существует ряд общих правил, которые необходимо выполнять. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия не по назначению. Нельзя разбирать изделия и подвергать их механическим воздействиям. Носить пиротехнические изделия в карманах. Держать фитиль изделия во время поджигания близко к лицу. Применять фейерверки при сильном ветре. Бросать их под ноги или направлять на людей. Хранить пиротехнику нужно в недоступных для детей местах, вдали от открытого огня, высокой температуры, электрооборудования. Категорически запрещается использовать пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению. Применять пиротехнику при ветре более 5 метров в секунду. Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения. Запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов, и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования. Наклоняться над изделием во время его использования. Использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями. Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению, а также разбирать и переделывать готовые изделия. Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях, а также запускать салюты с балконов и лоджий. Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. Приобретая пиротехнические изделия, вы должны помнить, что входящие в них горючие вещества и порох огнеопасные. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут воспламениться и привести к пожару или нанести травму. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с их инструкциями и обратите особенное внимание на указанные зоны безопасности. Соблюдайте осторожность при обращении с пиротехникой и никогда не забывайте о собственной безопасности. We'll be right back.